завидует весь мир, особенно Москва, потому что Фабио в свое время полюбил именно наш город, полюбил его всем сердцем и стал неотъемлемой его частью. Он тот редкий случай, когда его можно назвать говорящим дирижером. И дирижеры, они молчаливые люди, они машут палкой там и все, да? А Фабио, он настолько артистичен, и у него есть потребность в самовыражении, в вербальном самовыражении. Он рассказывает, популяризирует классическую музыку. Фабио Мастранджело – чудесный, легкий, талантливый, очень артистичный дирижер. И особенно эти качества его проявились в проекте, который создал директор мюзик-холла Юлия Стрижак. Это проект потрясающий, который стал визитной карточкой Петербурга, опера всем. Когда на площадях города и в парках Петербурга и пригородов исполняются ведущие оперы великих композиторов. Это действительно необыкновенное приключение итальянца Фабио Мастранджело в России. Фабио, который завоевал свою нишу, доказал своим талантом и трудом, что на нашей очень благодатной творческой почве можно совместить энтузиазм, талант, эмоциональность, экспрессивность, которые присущи итальянцам, и наш немножко северный, отстраненный дар. Удивительный человек, он все время хочет что-то делать, не останавливается на достигнутом. Он пришел в мюзик-холл, да, там не было оркестра, пустое место, руины, развалины, да? И вот он, созидатель Фабио Мастранджело, создал за короткий период симфонический оркестр. Все его знают как прекрасного дирижера, музыканта, наверняка. При этом будет интересно узнать о том, что он еще и виртуоз в кулинарии. Нам иногда удается среди графика звезды выкроить время для веселого общения и даже полепить вместе пельмени. Так вот, можете ли вы себе представить, что мужчина, а тем более иностранец, может с первого раза слепить эталонный образец? У него всегда хорошее настроение. Я никогда не видел его раздражительным, злым. Даже если, наверное, он что-то переживает, он никогда об этом не покажет. Он солнечный, в вечном поиске, который движется 285 оборотов в секунду, вокруг него все кипит, шумит, вот в этом пространстве может заменить всех, потому что он может и танцевать, и петь.